120 годов прошли, и у нас есть история, которая привез нас сегодня сюда. Здесь в парке Юрия торжественное собрание, участвует сторожевой караул батальона и речи официальных лиц, и костер торжественный. Мы должны быть очень благодарны тем государственным деятелям, которые 102 лет назад принимали решение, которое здесь, и теперь можно только сзади обсудить, были они правильные или нет, но это наша история, и потому мы здесь. В первую очередь хочется поздравить всех жителей Ласными, весь эстонский народ с Днем Независимости, потому что это действительно тот праздник, который затрагивает каждого жителя Эстонской Республики. Я очень рад, что 102 года назад Эстония обрела свою независимость и стала новой страной. И сейчас я очень рад, что у меня есть возможность приносить этой стране пользу.